Так, начнем прохождение The Long Dark Redux. Так, начиная новую историю, вы перезапишите все свои автосохранения. Сука. Эпизод 1. Не уходи смиренно. После крушения самолета где-то среди канадских лесов Маккензи потерял доктора Гринвуда из виду и оказался в одиночестве в борьбе за жизнь. Маккензи решает осмотреть городок под названием Милтон, где начинает осознавать истинные масштабы произошедшего. Для новичков, которым интереснее вдумчивое исследование мира и сюжет. Низкий уровень сложности, дикие звери могут напасть, но ведут себя не так агрессивно. Так, Винтермут в том виде, в котором это должно быть история и выживание в равных пропорциях. Для игроков с некоторым опытом и тех, кто хочет соблюсти баланс между исследованием мира и выживанием. Зверей не слишком много, но они могут вас выследить. Средний уровень сложности, зато большое количество ресурсов. Давай. Да, конечно, вот так. Погнали. Гитарка играет. Пидор идет. Музычка. Маккензи. Клоун. Блять, ёбаная толпа волков нахуй заебала уже. Флешечка лежит. Бабуля. Так, что тут у нас? Блять, это что такое? Астрид. Блять, Астрид. Что за хуйня? За 12 часов до этого. Джокер. Похоже на то.
Так ложи, ебаный урод. Похоже, опять грядут рекордные заморозки. На разведи огонь, пока трубы снова не промерзли. Воспоминания. Заебись, воспоминания. Так, это что нахуй тут? Воспоминания. Так, вы замерзли. Что тут? Че брать-то нихуя не могу, блядь. Семейное фото. Их у нас мало. Я скучаю, пап. Кочерга, ух ты, блядь. Ты, блядь, ах ты, блядь. Карта Офф. Остров Великого Медведя. Папа постоянно туда летал. Он рассказывал, там раньше было очень красиво. Сейчас там делать нечего. Землетрясение и все такое. Блядь. Ты понимаешь, блядь. Так. Надо вот эту вот всю хуйню так-то набрать, блядь. Разжечь. Опять горючего нет. Так, спичек никаких. Давай нахуй газеты, бля, жгем. Гидросамолет какой-то. Ну и чё гидросамолет? Что с тобой делать, дружище? Пожалуй, твои лучшие полеты уже позади. Для меня ты все еще так хорош. Ну и другого самолета у меня все равно нет. Вот бы устроить для тебя грандиозное последнее приключение. Так, а чё, блядь, я воды-ка натоплю, нахуй? Хули я тут, блядь, слоняюсь, блядь, как клоун. Во. Давай. Во. Чтобы не терять время, вы можете выбрать вариант подождать до готовности. Да нет, я не хочу такой вариант. Так. О. Ух. Так, батончик шоколадный. Чтобы быстро перекусить, выбирайте еду в круговом меню. Я понимаю. Как время летит, может поспать. Блять. Подожди, блять, поспать. Давай нахуй. Все, обшмонаем тут. Вы устали. Перелягте поспать. Блять, подожди нахуй. Че тут есть-то, блять? О, парка. Не припомню, что приходилось надевать эту парку. Блять, почему я парку-то не могу одеть? Что за хуйня, блять? Блять, мой самолет. Ух, молоточек. Ищ. О, дрова. Это, блять, нам надо. Это нам надо. Ух.
Почему я ебаные книги не могу взять, блин? Дешевая электроника обязательно откажет в самый нужный момент. Черт, ну конечно, трубы снова перемерзли. Блять, что у него все перемерзает-то, блядь? Да, тут... О, блядь, горючее, сука. О, толчочек. Так, тут что? Хуй. По времени 1:59, блять, нормально все. Так, поспать, да, надо, говоришь? Сейчас там вода должна быть готова. Хуя он там спит, блять. Кто бы это мог быть? Ответьте на звонок. Давай. Воздушная служба острова Рогатого Зайца. Я сказал ей сидеть дома, сказал, что такую погоду летать просто нельзя, хоть раз в жизни. Чё? Полегче, полегче, помедленнее. Морин, о чем я? Она только что заявилась и говорит, что ты ее ждешь, что полетишь с ней на север. Я понимаю, что тебе нужны деньги, но прогноз погоды. Все хорошо, Морин, я понял. Ага. Тетушка заходит. Ух. Hello, Will. Привет, Уилл. Что ты делаешь здесь? While, прошло много времени. Да, годы. От тебя не было вестей с... Я знаю. Я бы не пришла. Не будь это так важно. Well, ну, что? И что тебя привело, в смысле? Ты заболела? No. Нет, я нет. Но кое-кто да, и мне надо к нему попасть. Ага. Ты по-прежнему доктор. Да, я по-прежнему доктор. Я думал, что после... Почему ты здесь? Нужна твоя помощь. В северной части острова есть одно изолированное сообщество. Там кто-то очень болен. На Великом Медведе там же ничего не осталось. Я знаю, но мне надо туда попасть. По-прежнему спасаешь мир? Кому-то же надо это делать. Что это значит? Маккензи, Уилл. Я не собираюсь ворошить прошлое. Мне нужен пилот, который забросит меня в дальние дали. И не будет задавать лишних вопросов. Кто-то, кому я доверяю. Погоди-ка, вопросов. Астрид, ты во что-то вляпалась? Ты мне поможешь или нет? Что в чемодане? Я же сказала, никаких вопросов, помнишь? Что в чемодане, Астрид? Без вопросов. Смотри, погода там ужасная. Ужасная. И становится только хуже. Ты пришла через столько лет. Я мог вообще умереть. Ты могла умереть. Ты приходишь и просишь меня рискнуть своей жизнью где-то над северными пустошами, чтобы ты со своим загадочным... Просто потому, что ты пришла и попросила? Да. Астрид, ты его не вернешь. Не в этом дело. Я знаю, как было тяжело. Нет, ты не знаешь, Маккензи. Ты не знаешь ничего. Ты думаешь, я не чувствую того же самого? Мы летим или нет? Чем дольше ждем, тем хуже будет. Черт, у меня на это нет времени. Подожди. Тем хуже будет. Почему у меня ощущение, что ты не о погоде? Потому что я не о ней говорю. Тащи сумки в самолет, я проведу осмотр перед полетом. И хорошенько пристегнись, полет будет не из легких. Нахуй я воду кипятил, нахуй оно мне надо.
Так, два человека плюс топливо на полет до Великого Медведя и обратно получается. На груз места почти нет. Если масса будет слишком большая, она просто не хватит топлива на дорогу. Нужно серьезно обдумать, что еще взять. Выберите дополнительный груз, не обязательно. Так, пьем. Тудув. Котелок. Берем. Так, о каком весе идет речь? О каком весе идет речь? 5,7 килограмма. Телефон давай возьмем. Карты давай возьмем. Давай бутылку возьмем. Так, вот это вот залупа. Че, не взять, блядь, никак? Блядь, а че взять-то можно? Сука. О, сигнальный пистолет. Возьмем. Вот он точно нужен. Сухпайок. Ценная вещь в чрезвычайных ситуациях. Простая, но питательная. Вода, энергетические батончики. Так, аптечка. Тоже 5, блядь. Да вы чё нахуй? Все 5, блядь. Так, парка. Маккензи. Почему я парку не могу взять, блядь? Что за хуйня? Что за бред? Что за хуйня? Воздушная служба острова Рогатого Зайца. Полетов на материк в сутки ноль. Да и ним на материк тоже. Что за бред нахуй? Так, травяной чай. Да я возьму. Блять, что еще взять-то? Что еще взять-то? Пиздец, я почему парку-то не могу взять эту? Ебаную, блядь. Блять. Это вообще жопа нахуй. Не, это хуйня какая-то, я парку эту взять не могу, блядь. Сука. А, во. Блять, один хуй не могу. А, вот 15 килограмм, все. Заебись. Жди, дай-ка я в кабину нахуй теперь залезу, блядь. Как мне в кабину залезть, блядь? Так. Вот и сучка уже сидит, блядь, тут. Вот пизда, блядь. О! Футляр Астрид, загадочный чемодан. Астрид не признается, что там внутри, а значит, видимо, там что-то, чего у нее быть не должно. Рюкзак Астрид, небольшой рюкзак, как раз для быстрых сборов. Ну и чё? Блять, и чё, сука, за хуйня, блядь? Хуйня винтокрылая, блядь. Да я залезу, блядь. Подожди, блядь. Так. Сейчас возьму свою парку и пойдем. Возьмите парку. Взял парку, хули. Чё, блядь? Всё, мы
хуярим на самолете, блядь. Смотрю, ты все еще че? А, что ношу? Свое кольцо, наше кольцо. А, да, ну, я просто снять его за угол. Я свое тоже ношу. Почему? Воспоминания. Я думал, ты хотела все забыть. Не все. Знаешь, надо было найти тебя. Все хорошо, я занималась своими делами. Все изменилось. Точно? Потому что выглядит знакомо. Все еще работаешь тем исследователем? Нет, я больше не работаю в центре. А где тогда? Я на себя работаю, считаю фрилансер. Доктор-фрилансер? Звучит законно. Я не критикую твой образ жизни, Маккензи. А ты мог бы делать что-то еще, кроме того, чтобы зависать в старом отцовском самолете и пить с утра. Эй, мы отлично проводили время в самолете. И он в полном порядке. Я знаю. Ладно. Я знаю. Я не хочу ссориться. Знаешь, я все время о нем думаю. Я знаю. Ты что? То, что я сделал, мой выбор. Я сделал это ради нас. Тебе не надо. Давай не будем. Нет, важно, чтобы ты услышала. Мне нужно это сказать. Кинди, не сейчас. Да, я скажу. Уилл, помолчи секунду, что-то не так. Блять. Эти посерьез. Это плохо. Что такое? Пропало электричество. Все электричество просто исчезло. Черт, что происходит? Нет электричества, значит мы падаем. Держись. Пиздец нас занесло, блядь. Переохлаждение — это результат долговременного снижения температуры тела. Следите за своей температурой на экране статуса. Так. Вот. А вот как раз и... Сейчас, блядь, пойдет все. Движуха вся. Астрид. Ебать. Астрид. Ебать. Похоже, я пробил ветровое стекло. Деревья остановили падение. Ну, почти. Крушение. О, остановите кровь с помощью аптечки. Подробнее. Так, а где у меня? А вот. Чё, блядь? У меня же есть повязка-то, блядь. О, палка. Вылечена потеря крови. Попытайтесь выбраться из ущелья. Так, подожди, я соберу сейчас все. Пиздец, никуда он мерзнет, блядь. Скоро мне понадобится аптечка. Блядь, пиздец ты, Маккензи, блядь. Хуя ты, блядь, даешь. Так, дай-ка я погреюсь, блядь. А чё, почему погреться-то нельзя, блядь? Сука, вот дерьмо, блядь, а. Блядь. Так, подожди-ка, блядь, надо выспаться, блядь. Так. Так.
Блядь, да днем соберем все в пизду, блядь. О, дрова. Дрова, это заебись. Ох, 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 ох. Костров можно топить снег, готовить еду и греться, чтобы не погибнуть от переохлаждения. Разожгите. Конечно, надо разжечь, хуй тут, блядь. Во. Книгой хули больше шансов, блядь. Come on, come on. I don't feel so good. Хорош. Чувствую себя не очень, надо отдохнуть. Подожди, блядь. Так-то можно, блядь, полено, хули. Пиздануть, блядь. Давай. Блядь, а хули он так спит-то сразу, блядь? Угу. Astrid hasn't come looking for me. Астрид не пришла меня искать, значит, просто не может. Блядь, опять холодно. Потому что ранена или мертва. Блядь, опять холод. Нужно вернуться на место крушения. Да, блядь, отъебись нахуй, дай я, блядь. Подожди, а у меня чё, блядь? А, нет, есть котелок этот ёбаный. Тут, блядь, книги нету, наебаный, бля. Книги нету, 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 нету. Так. А, похуй, хоть чем-то пи, блядь. Давай, 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 давай. Есть. It worked. Есть, есть. Подожди-ка, блядь. Так. Так. Все, сейчас в ущелье посмотрим, что тут у нас происходит. Блять. Вот это вот что за картонная хуйня. Нож у меня есть. Есть руки. Давай ножом. Пиздец, блядь. Хуя я замерзаю, блядь. Хуя себе, блядь. Так. Веточек нормально тут. О, кора березовая, заебись. Заебись. Так. Блять, жрать охота уже становится. Актуальное задание крушения. Понимаю, что это актуальное задание. Блять, я пить хочу, хули. Нахуй оно мне надо, блять. О! Опа! О! Так, давай. Опа. А чё мне пожрать-то? Ага. Конечно, хуля. Сейчас я, блядь, разбежался, хуля, пожрать, блядь. Разбежался, блядь. Так. Пиздец, нихуя он, блядь. Как, блядь? Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Ох, книги. Это пойдет. Это пойдет. Так. Палочка пойдет. Она меня спасет. Ткань, газета. Так, тут чё?
Ух ты, спички, рулон. Ух ты, содовая, заебись. Заебись. Так. Там вода сейчас у нас, блядь, уже. Так. Ой, горючее. Ой-ой-ой-ой. Так, пойдем-ка, блядь, обратно. Так, выбраться. Попытайтесь выбраться из ущелья. Выберитесь из ущелья. Да, блядь, все хорошо, выберитесь из ущелья. Так, о. Блядь, у меня вода уже тут. Так, давай. Еще подкинем, дровишки. Так вот. А, блядь. Пожрать нехуй, да? Пожрать нехуй. Блять, вот каким образом выбраться из ущелья, я понять не могу, блядь. Куда вот идти, блядь? Из ущелья выберитесь, блядь. Куда тут съебаться, блядь? Так. Пам-п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 ам. Да блять, заебали нахуй. Что за хуйня? Блять, чуть не упал. Что-то дров дохуя, блять. Наверное, тут туда можно скарабкаться. Ну, давай, хули. Друг, подожди. Да нахуя ты это делаешь-то, блядь? Ой, ебло. Пиздец, я там все оставил, блядь, и банку, и хуянку, блядь, и склянку, блядь. Так, наберите плодов шиповника и заварите обезболивающий чай. Нахуя я вот это вот сделал? Нахуя? Чертов мороз. Пиздец, блядь, не жрать, не срать, ни хуя нет. Думаю, у меня получится. Че у тебя получится-то, блядь? Еблан ты нах. Так. Ну и хули. Не поем, умру. Блять, не поем, умру, блять. Я все понимаю, не поем, умру, блять. Чтобы восстановить здоровье, отдохните. Блять. Отдохните, блять. Охуеть, блять. Легко сказать, нахуй, отдохните. Наконец получилось. Пиздец, блять, такие умные я и... Я ебанусь нахуй. А-а-а! Дурак что ли или чё, блядь? Сука, заебал он меня, блядь, а? Пиздец, я сейчас в натуре окочурюсь, блядь. Мой самолет, не знаю даже, кому из нас хуже.
Бедняга. Не так это должно было закончиться. Ищите Астрид. Пиздец. О, чтобы посмотреть и примерить футляр Астрид. Да блять, давай быстрее, ебло блять, ебло блять, заново придется. О! Тихо. Давай. Давай. It worked. Да заебало нахуй. О, носки, блядь. Носки пойдут. Пиздец, я стоять не могу уже, ебаный урод. Ебать. Надо заново будет начинать, походу. Да. Потому что, блядь, мы не стоять уже, блядь. Не лежать, нихуя не можем. Так. Пиздец, вообще не говори, блядь. Все мысли только о еде. Так. Хули, блядь. Давай часик подождем. О! Нихуя, конечно. Конечно, нихуя. Не восстанавливается у нас. Так. 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 Это все здорово, блядь. Это все здорово. Куда нам идти-то, блядь? Следы Астрид, да? Надо найти. Так. Не, блядь, надо заново будет начинать. Охота надо, блядь. Я что-то, блядь, поторопился, хули тут. Так, а я откуда пришел вообще? Так, что у меня с заданиями-то? Найдите следы Астрид. Так, ищите Астрид. Так, хули. Ну-ка. Так вот сделаем, допустим. Вот так, допустим. Блять, оно один хуй убывает, ёпты.
Не. Не, это не то. Подожди. Бух-бух-бух-бух. Не, давай заново, блядь. Последнее место сохранения. Так, вот 12 минут назад. Прислушивайтесь к природе. Обычно волков можно услышать раньше, чем увидеть. Так, можно 3-4 минутки перекур. Сейчас быстро перекурим. И дальше погоним. Так. Идем там заново. Блять, так-то надо, блять, бы. Конечно, лучше отогреться, блять, там. Ну-ка, сейчас мы дров немножко нашмонаем. Нашмонаем немножко дров. Пойдем погреемся. Тихо. Блять, пиздец, здоровье убывает, нахуй. Так, ветка, нахуй, эта ветка нужна. Погнали, погнали. Да, блядь. Надо найти что-нибудь поесть. Ну, блядь. Дружище, блядь. Так. Mouth so dry. Блядь. Хули я сейчас быстренько. Где пить? Вот пить. Все отлично. Так. Блять, базара нет, на что-нибудь, блять. Попить бы, блять. Ой, вернее это. Так. Ну-ка, давай-ка еще, блять. Подбавим газку, блять. Костерчик, блять, наш. Во. Так, ладно, давай. Идем быстренько шмананем. Шмананем там. Что тут есть? Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Нихуя тут нет. Нихуя тут нет. Блять, ёбаный ветер еще, блять. Так. Так, тут кровь, блять. В этом ящике чё? Пиздец, он замерзает у меня, ебануться. Просто ебануться, блядь. Как это быстро все, блядь. Спички. О. Так. Блядь. Давай вот эту вот хуйню сломаем. Еще что тут-то. Блядь, пиздец. Да сука, бери, блядь, заебал нахуй. Так. Тихо, не лебези. Не лебези. Так. А вот этой вот хуйни выпьем. Можно еще топануть воды хуже. Так. Там птицы, блядь, лебезят. Так, увеличенный риск переохлаждения.
Блять, нахуй я часто начал. Пиздец, по-любому вода, блять, хули. Вся уже, блять. Так. Поднять. Блять, и нихуй холодно, блять. Заебало уже, блять. Да хуйня, блять. Так. Так, я сейчас вот ебаное ущелье опять спущусь просто, если чё, блять. Так. Давай, палочки. Палочки, палочки, палочки. Блять, нахуй не надо бегать. Иначе, блять. Иначе будет пиздец. Так. I could probably climb that. Наверное, туда можно как-то вскарабкаться. Так. Да можно, чё, блядь, нет. Давай вскарабкаемся. Не, там, блядь, поспать можно. Вот это заебись, конечно. Что можно поспать, блядь. Так, наберите плодов шиповника и заверите обезболивающий чай. Так, приготовленные плоды шиповника. Так, так, так. Так, 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 так. Угу, угу. Отлично. Так, мне на чай хватит. Обезболиться. Я сейчас там, наверное, закипятимся, блядь, и обезболимся, хуля, блядь, и все. Ебал я в рот, блядь. Сейчас из шиповника чаечек мы сделаем. I think I'm gonna make it. Думаю, у меня получится. Так. Сейчас я тут закипячусь. Закипячусь. Так, отлично. Ой, супер, ой, супер. Так, давай. Да карабкайся, блядь, ублюдок, нахуй. Finally. Наконец получилось. Так. Блядь, ветер поднялся. Сука. Вот дерьмо, блядь, а. И жрать-то нехуй, блядь, да как так-то, а? Жрать нехуй, блядь. Вообще нехуй. Так. My plane. Мой самолет, не знаю даже, кому из нас хуже. Not sure which of us looks worse. Poor girl. Бедняга. This is how things were supposed to end. Это должно было закончиться. Ищите Астрид подробности. Повсюду разыскивая следы Астрид. Да? Повсюду разыскивая, блядь. Заебись, блядь. Повсюду, блядь. Астрид, блядь. Нахуй нам не нужна, блядь. Прошмонда ебаная, блядь. Найдем новое местоположение. Так. Палочки мы все. О, парочка. Так, надо одеть парку. Отлично. Отлично, отлично. Парка это отлично. Так, рюкзак. Свежий злаковый батончик. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Astrid's pack. О, футляр. Закрыт. Закрыт. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it.
Так. She hasn't already died for it. Так, 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 так. Найдите следы Астрид. Найдите следы Астрид. Блять, куда эта шлюха ушла? Куда ушла эта шлюха? Кажется, желудок уже сам себя переваривает. Так, так, так. Блять, куда? Блять, куда эта шлюха ушла-то, блять? Сучка, а? Блять, вороны где-то каркают, блять, денег каркают. О, вот тут-то в чё в ящике. Так, жилет-пуховик. Носки, ох, ох. Носки одеваем. Жилет одеваем, блять. Нам уже теплее. Нам уже хорошо. Почти. Так, 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 так. Так, так. Астрид, все как бы прекрасно, да, с Астрид, блядь. Сука, блядь, где ее следы-то, бледовки? Так, так, так. Чё, как замутить-то, блядь? Ну-ка, пойдём-ка, блядь. Пойдём-ка мы, блядь, там опять поспим, нах. Восстановимся немножко. Ах. Чаёк там сейчас все сварим. Обезболивающий. Блять, темно уже становится, сука. Так. Темно, холодно, блять. Это не есть хорошо. Это нихуя не есть хорошо. Отлично. Все, отлично. Так, давай костерчик. Так, плоды шиповника, начать делать. Так. Отлично. Отлично. Готовить. Так. Так. Выпьем. Ох. Хорошо. Ага, у меня хули. Нехуй готовить больше. Заебись, блядь. Заебись, хули. Пиздец, чё, всё, блядь? Это чё, это всё, что ли, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Давай, сука, пей, блядь.
Ублюдок, блядь. Пиздец, там темно, конечно, блядь. Не-не-не. Убрать его нахуй. Так. Ага. Отлично. Так. Давай нахуй этот батончик с хавом, ебаный, блядь. Так. Дай хули, блядь. Давай 5 часов, хули, спим, блядь. Болезнь, риск переохлаждения. Заебись нахуй, блядь. Заебись вообще, блядь. Охуительно, блядь. Never felt so cold in my life. Никогда еще так не замерзал. Что со здоровьем, блядь? Нормально со здоровьем вроде. Thank goodness for that. I'm gonna need to eat soon. Так, палки эти. Блять, когда посветлеет-то, блять, уже, а? Немножко хоть, блять. Да сука, заебала, блять. Чё там, блять? Давай, чуть час, блять. Место, блядь. Место, блядь. Посветлело, блядь. Опять все заново, блядь. Нихуя себе. Так, вот эту круг, кстати, надо взять. Она нам нужна, будет. Ой, блядь. Ебаный в рот. Будь здоров. Пиздец, конечно, он меня жрать хочет, блядь. Он заебался там, наверное, блядь. Без еды, блядь. На-на-на-на-на-на. И
Чё это за хуйня? Кстати, вот это вот хуй, вот эти вот сейчас как соберем бы, блядь, соберем-ка мы, блядь, вот эти вот плоды шиповничка, блядь. Так. Сейчас вот тут вот, блядь. Так, вот. Так, вот. Вот-вот-вот. Следы найти, да? Астрид, так. Следы Астрид надо найти. А где мы найдем следы Астрид? Это непонятно. Так, вот самолет наш. Бедный, блядь. Так. Может, что-то в самолете там, блядь? Да не, самолет разъебло весь, блядь. Его просто разъебло. Так. Какие тут еще могут быть следы? Тастрит. Блядь! Да за что, блядь, эта хуйня-то, а? Ёб твою мать! Блядь! Ну какой, блядь, пиздос? Ну какой пиздос, а? Блядь, а? Какой пиздос, блядь, а? Этот, блядь... Подожди, блядь, и где следы-то дальше? А, вот сюда, типа, блядь, идти, что ли? Подожди, так я пришел, блядь, отсюда или нихуя? Или нихуя я не отсюда пришел? А, нет, я отсюда пришел. В натуре, блядь. Сука, надо, блядь, костер, блядь, походу, блядь. Сейчас хуярить будет. Так. Я отсюда пришел. А, вот, 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 вот. Так, сейчас, ладно, закипим тут. Сейчас вот под крылом, вот под этим закипим. Делаем. Пьем. О. Так. А водички, блядь, приготовим. Сколько? 57 минут. Тихо. Блять, у меня не обезболивающих нихуя ведь нету, да, блять? Ну конечно, чё, блять. Куда нахуй, блять, у меня обезболивающие могут быть, блять? Ну вот откуда они у меня могут быть? Конечно, ниоткуда. Так, сколько времени, блять? 27 минут, да? Так, давай факел возьмем. Так, ага. Пригодится факел нам, пригодится. Так. Давай. Все. Давай, пошли. О, еще.
хороший помничек. Хорошо. She definitely passed through here. Вот, она здесь проходила и явно торопилась. С помощью бега можно укрыться от плохой погоды и скрыться, чё? Да хули, какой бег, блядь? И меня хули, блядь? У меня тут, блядь, цирк нахуй. Так, старый висящий мох. Мох нужен, блядь, нам. Так. Так, дрова. Да тихо ты, блядь. Надо, блядь, что-то добыть, пожрать себе, блядь. Да ты заебал, нахуй. Ага, согревай, нахуй. Так. Так. Так, берите с собой маленькие камни, чтобы бросать в кроликов и оглушать их. Блядь, да хули я больной, блядь. Сука. Ебаный в рот. Ну где они? Вон они, блядь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, крольчатина, блядь. Пожрать-то по-любому надо, блядь. Пожрать-то надо по-любому, блядь. Ой, блядь, он сел, сука. Сидит, пидор. Так. Ой-ой-ой, еще один. Ой, блядь, сколько их? Ёб твою мать. Тихо, 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 тихо. Блядь. Сколько их тут, блядь. Аж глаза разбегаются, блядь. О, Тимофеевка. Так, сейчас пусть сядет. Пусть пидор сядет, блядь. Чтобы я его, блядь. Тихо, да сядь ты, блядь! Уже. Сука, а. Тут пидорасы, а. Вот пидорасы шерстяные, блядь, а. Бегают, блядь, от меня, нахуй. Ой, блядь, так, Тимофеевку надо взять, блядь. Нахуй, я сразу сожру ее, блядь, в пизду, нахуй. Ну, Тимофеевка решает, блядь, вопросы, хули. Да вы заебали, блядь, вы чё хули, блядь? От меня-то все бегаете, блядь. Сука, я ж тебя, блядь, поймаю, нахуй. Я ж тебе, блядь. Да, сука, гандон, а! Блядь! Вот суки, а! Вот суки, блядь, шерстяные. Блядь, ублюдки, а! Сука, меня еще, блядь, ебашит, нахуй. Someone's been here recently. Сука, я вас зажарю, блядь. Сука, я вас зажарю, блядь, сейчас. Сейчас я вас зажарю. Ой, блядь! Ой, сука, стоять. Ой, сука. Стоять, блядь, стоять, нахуй. Так.
Да, блядь, вы чё нахуй? Вы издеваетесь, блядь, надо мной, что ли? Вот суки, суки, какие, а, шерстяные, бляди. Да! Да сука! Ты, блядь, ублюдок, а! Вы чё, блядь? Так вот, блядь. Пидор, блядь. Пидор, нахуй. Вот так тебе, блядь. Говна, блядь, кусок, нахуй. Вот так вот, блядь. Нахуй, свернул ему шею, козлу, блядь. Нахуй, дай костер разожгу, блядь. Погреюсь, блядь. Козел, блядь. Сука, маленькие, блядь. Какие хитрые, а? Какие, блядь, хитрые. Как, блять, а? It worked. Так. Отлично, блять. Сейчас я нахуй эту суку тут приготовлю прям на костре, блять. Бледину нахуй. Чё, крушение, попытаться? Выбраться из ущелья, блядь. Попытаться выбраться, блядь. Подожди, нахуй, сейчас выберемся, блядь. Сейчас я тут... Где эта сука, блядь, у меня? Не ешьте мясо сырым. Да, блядь, без соплей, нахуй, понимаю, что приготовить на сырое мясо можно приготовить... Чё, блядь? Долбоёбы, нахуй, там столь. Сейчас хаваем, нахуй, сразу же, блядь. Так... И, конечно, бы, блядь, еще бы кого-нибудь, блядь, наебнуть там, нахуй. Кролика какого-нибудь. Ну-ка, где они, суки, тут ходят? Сейчас. А, или не увидели, блядь, что я жарю, нахуй. Ихнего друга, блядь, съебались, да? Козлы, блядь. А вон они, вон они, вон они, блядь. Ну, суки, держитесь, блядь. Сейчас мы с вами, блядь, по-другому разговаривать будем. Где ты, сука? Так. А, сука, съебался, блядь. Испугался, пидор. Ой-ой, толпа. Вон она, вон она. Вот вы где, блядь. Вот вы где, блядь. У нас. Суки, блядь. Штопанные, блядь. Вот так, нахуй. Вот так, нахуй. Свернули шею, блядь, клоуну. Маленькому, блядь. Щемитесь, суки. Щемитесь, блядь. Щемитесь нахуй от меня, блядь. Так. Так, чё тут у нас? Сколько времени ещё? 10 минут. Успею я, блядь. Собрать этого клоуна. Так. 17 минут. Успею, нахуй. Так, надо добавить дровишек. Так, хаваем. О, как мы наелись-то, блядь. Здоровски. Суки, блядь. Так. А ты заебал нахуй там, блядь? Хромать, блядь. Так, чё у нас тут? Попытайтесь выбраться... Из ущелья. Да сейчас выберусь, блядь. Вон дорога-то, блядь. Хули тут выбираться, блядь. Сейчас. Сейчас, нахуй. Чё там, нахуй? Птицы, блядь, чё там.
лебезят. Блять, как долго, а? Как долго он шкуру с него снимать будет, а? Не пойдет, не пойдет. Так. Давай палочек добавим. Вот так. И сейчас шкуру с этого хуепуталы снимем, блядь. Так. Все, и нам тепло и хорошо. Так, это все. Все здорово. Мы наелись, все, блядь. Мясо еще есть у нас. Так. Вот же этой сучки, блядь. Так. Давай палочки соберем, блядь. Там дальше, чтобы костер разжигать, блядь. Сука, поспать где-то надо, блядь. Где-то надо поспать, блядь. Где-то надо поспать. Так, что у нас? Астрид. Астрид, куда ты подевалась? Так, шиповник. Тихо, тихо, птицы, птицы, что-то там. Что-то птицы там. Ну мы опытные выживальщики, нам чё? О! Is that a wolf? I'd better keep my distance. Волки не собаки. В дикой природе они очень опасны. Обычно они избегают людей. Но стоит ли рисковать? Как и многие дикие звери, волки боятся огня. Костры, факелы и сигнальные ракеты будут держать их в страхе. Если бросить факел и запустить ракету, это их отпугнет, но гарантии это не дает. Лучший способ избежать нападения волков – держаться от них подальше. Помните, что их привлекает запах крови и сырого мяса. Сука. Ну, пидор, блядь. Вот ты. Вот он ты, сука. Так. Сука, пошел нахуй! Оленя моего, пидор, жрешь, блядь. Ага. Это мой олень, блядь. Не дам нахуй. Блядь. Как так-то? Блядь. Блядь. Охуеть. Хуя, и чё, блядь? И чё, и чё, и чё? И чё, и чё, и чё? А, вон он, блядь! Ублюдок, нахуй. Иди, иди, иди. Ко мне, сука. Да, блядь, я ж тебя, суку. Да, пидор, нихуя не отбивается от него. Пидор шерстяной, блядь. Сука! Чтоб ты сдох, гондон! Где ты, падла, бегаешь? Пиздец! Пиздец, просто пиздец! Да хули мы сейчас сдохнем, ёптать? Ай, вот тут надо отогнать будет! Так... Охуеть. Да хули я уже, блядь, кони двинул, блядь. Умерли от потери крови. Так, ладно. Позже продолжим, блядь. Тут, сука, конь, блядь. Я, блядь, понял нахуй эту всю, блядь, хуйню сейчас. Сука, блядь, козел нахуй. Ладно, хуй с ним, хуй с ним, хуй с ним. Пизда ему, блядь, козлу, блядь. Ладно, все.